Где? Ну какой эти пуль? Пофигу, в принципе. Кстати, шкаф заманить еще раз. Я блифу покупал копыта. Че он продавим?
Чё, оставься рыбу. Какую рыбу? Трэш чистим. Давай. Так давай коня потом на мороз. Да, чтобы Яшу спекать постоянно. Летать в Долоран. Идите сюда, сначала почистимся, потом будем бить. Так бы, блин, на каждого босса Гера была, блядь. Знаете, вам Кир. Вот и все. Сука, пачка маловато для големчика. Гильдии мало народа, блядь. 14 человек из почти наша вся пачка. Это все на экспе сидят. Я вообще тоже так на экспе сидел. Нафига ПВЕшнику X5, типа, блять. Вообще ровно. Почему нет? Ну, блять, Накс опять, Ульда. Ну, я лично Накс не застал. Ну так, типа, знаешь, когда Ульда еще была. В Накс типа ходили. Накс это пиздец, параша, нахуй.
Ну, так, там плюс-минус. Я буквально у него там пару раз ходил. Интересный кель только. Контакт X5 догонит контакт X4, блядь, за полгода. Ну и что? И потом перегонит. Поэтому многие идут. Блядь, ты неизвестно, что будет через... Челики, ВС, нахуй. Не ОС, ВОКа, нахуй, на Малибисе, где на дракончиков надо садиться. Не могли раздуплиться, нахуй, когда вылетать, нахуй, там... Он плюет молния, нахуй, из круга молнии эти вылетать надо, нахуй. На дракончиков. Малибис, все, РЛС. Малибис. На Вари ты улетаешь. А на Хейгане, нахуй, как бегать, ебать. На полу челики не могли запомнить, где трещины, нахуй, где... Там, где если метка нормально, он РЛ ставит, там вообще не... Ну, а если метку ненормально не РЛ ставит, то все долбоебы сдыхают, нахуй, сразу. Да. Ну, я там, блядь, не знаю, ну, раза два сдох, нахуй, и просто начал запоминать, где эти... Я не знаю, первый раз пошел туда, РЛ нормально был, типа, все поставил, вообще ни разу не сдох. Я без меток могу бегать, вообще похуй. Потом сдыхал, бывало, типа. Бонусы там слабые, блядь, у P7. Такие, блядь, типа 2% дамага, нахуй, 2% крита, блядь, крита. На 3 секунды увеличивается прожимка, блядь. А, хотя. Не надо. Гоконя. Да ты расчистим, блядь, какой конь? А, ты вообще весь хочешь провести? А нахуя? Чё ждать-то? О. Стойте-то. На РЛ кричишь, я не понял. Кричу Пу. Я на РЛ? Ты чё, ёбан? Да. Старый дед, блядь. Дайте любовчик. Да как умер? Сорвал. Порвали ему очко, ебаная его, вот это вот вонючая нахуй. Роговская. Обосрана. Откуда знаешь про вонючая? Нюхал. Понял. Вопросов нету. С кайфом. Хочу на паладина зайти. Нахуй, сходи-ка. Отдел. Хочу топор. Хочу послать тебя нахуй. Вы на мейна ходили? Целка. Угу. Там когда так, уже успели уехать? Там по клоунскому было. Хуесос. Согласен. Да лучше собираться нормальным статиком туда, нахуй. С дауном туда нахуй не надо ходить. Да мне просто это КВ и... КВшку мы сделали. Ну, 4 босса. Босса и... Нормально этого, блин, боешь... Ой, не боешь, какая-то падает. Синенький. То есть фиолетки. Кто там все нидит, блять? Я не вижу. Ну где тебя ниндзят? Раз был он. А, ах, Хакуа, бля, ниндзер ёбаный. Это ТГшный вонючий, бля. Забагались мы бы, да? Хуен. Парни, у нас рейдит ТГшный ниндзер, блядь. На ней выйдет стук. Похуй. Ничего делать. Че хочешь? Че клевета, посмотри, он. Капля нужна, зеленка.
Либо. Вот и поговорили. Нулевой, блядь. 0-1 дал. Мут. Передал сало в 0-1. Я как истерия. Не, ну типа рофл, слышит одно и то же уже десятки раз подряд. Это ну. На, похуй. Печка. Печка. Я в пизду. Азерон, а как контрить нами, Люциан? Расскажи, пожалуйста. Я в муте, да? Играю на иди нахуй. Комбо как нами, Люциан, контрить? Я алло, не знаю. Как бы ладно, у меня есть. А когда у тебя лайн за Риюме, как ставить? Да ёб твою мать, печка нахуй, иди, блядь, разложись нахуй на асфальте и умри от рака, ёбаная пизда. У нас комбат висит? Не, у меня нет. У меня нет. Ну все, делайте, что хотите. В смысле? Прямом? Что, можно на X5? Хотите, бейте мобчиков, хотите, блядь, а мы на бейли, хотите, пошел. Босса пойдем бить. Я на X5 пошел. Ну хай вы в Каргер пошли. Мать твою выебать и забыть, нахуй в гробу закопать ее. Пошли на X5? Да, нахуй иди. Вон минус паладинчик. Бледина ебаная. Ой, еще почти ТДГшника сложила. Азерона. Mm. Так какой уровень там? 58. Я за орду хака. Вот, не, блин, хака, мне же надо это ПВЕшка с этого снакса. Силовая, типа. Надо какая-то гильда. А чё за альянс? Вы что, вместе с Обливой качаетесь? О, минус 5 респин. А, вы нэшки. Ну да, нэшки имба. Хотя нет для всех классов, наверное. Голод это мороз первый. Для большинства. Давай. Да, имбовая. ПВП на имбовая. Хватит. Хаку, знаешь что? Я сделаю ридара. Не сделаешь. Сделаю ридара, короче, вобьюсь фул сапрот и потом поиграем с тобой. А он фулл пинетру вобьется и поиграет с тобой. А, да, Хаку. Расскажет Хаку. 270 пинетры, пусть соберет, но потом... Лаба, да, чё, в чем проблема? А, Хаку, ТТГ только для Альянса или для Ренегатов тоже будет? Только для Нэшек. Хаку, прикинь, 270 сапротика. Вкусно будет? МК перевесь. Так, что только одного, да? Баронесс. Баронесс, да. Чё, Хаку, ты давай второй там. Ой, первый, то есть. Я второй. Чё, давайте банки пейте, бро. Ой, блядь, банки, точно. Он же там Ури. Ури в танк аспектус? Я уже и забыл. Где он? Он не здесь. Осин, да, речка у нас. Что это такое? А, это Ури. Ури, ты до сих пор в Синдарейке? Вообще ты, блять, фрик нахуй. Во-первых, его здесь нет, во-вторых, он под пиво. Ему похуй. Прой. Тем.
штанг справа. Сапа, знаешь? Мне покуда еще бурст идет. Забурстишь, брата. Слушай, закрой свой вонючий рот. Играй на своей переапанной помойке дальше. Близы суки переапали, блядь, ебать. Нет, Сирус вонючий переапал. Сирус нихуя не сделал для оплота. Да. Угу. Где кабанчик? А, на той стороне, блядь, да, зла. Не, вообще-то слева там, Рассин справа. Что сделал Сирус для... Я сейчас что закроешь? Д4 там. И дохерища статов. Статы у всех есть. А, лока не апает больше. Лока апает статы. 4 это хуйта. Расскажешь, что там с критом лока? И у дестриков типа вообще не надо нихуя собирать, только это. СПД. Ну да, потому что от близов идет от таланта скейл большой. Ну я ж тебя. Ну так а при чем тут вообще Сирус и Т4? Да, Т4 еще самый сильный. Ну среди классов. Самый сильный улок это Т4 среди классов всех? Ну а кого еще? Не знаю, у кого угодно, но точно не улок. Ну относительно, ладно, еще у варов типа относительно. Да, они в Т4 намного больше типа набирают, чем локи. Единственная фишка Т4, блядь, это то, что мне я поджигание не надо обновлять. Ой, жертвенный огонь мне не нужно обновлять. Я ж откатилась. Блин, я покушу и забыл. Рослин. Рослин слева закройся еще. И одна тычка, блядь, при взрыве поджигания, блядь, на 4000. И все. Что у вас там может помочь? 8 секунд. 100 ДПС, блядь. Последний сейчас будет. Кто-нибудь там уже просто закройте. Я не могу сразу. Слева закройте. Быстрее, кто там, у кого есть. Да, у меня ботинок нет. Ага. Чё, подходись. Чё там говори, когда нет. Да, он началась фаза. Бля, ну только вот жми Т4, жми Т4. Только вот эти КД покупать, блять, или просто брать тебя, не знаю. Или сейчас уже может все будут ходить. Да не, наоборот, никто не будет. Страшно. Забей дедочек пушку водки, ёбан. Что? Сидит, размышляет. А чё ты вообще говоришь про какие КД покупка, о чём ты вообще? Ну, блядь, типа, чтобы молча и это, и как погибель, типа, по токенам. Невозможно.
Конечно, надо там еще некоторые шмоты. А, еще копыта надо столько, но... А там. Найди таких, блядь, фриков, которые чистят все, кроме, блядь, токенов. Самое нужное. Плюс сокро нужны. Очень странно. Не знаю, может. А вот и вы на твинах ходили, карокеры, сколько у вас осталось? О, три, не прикол. Первый раз, да, вроде. Да-да, нахрена уже подумал. Мне кажется... А, ну только с Фенриром вроде. О, Лок сдох. Не сдох, а тактически умер, с Фенриром сбросил. Идемте к коням. Столько людей пишет, кстати, что хотят на пару боссов, это вообще шок, типа. По ощущениям можно просто еще один статик сделать. В смысле? Вам пишут или да просто? Когда я пишут в гильдии условно, там, типа, хочу этот... Хочу шмотки там пару уступить. Ну правильно, потому что в ЦЛК там 25 и... Рыбу. Никто не умирал, да? Ну да, никто не умирал. А что-то вы решили не хавать прошлую рыбу? Угу. Блядь. Ну, может, да, тебе хотя бы это книжить. Ебаные вы, блядки, рыбы не едят, нахуй. Так а что ты не съел? Не знаю, никто не умирал, мне никто не сказал, что рыбу надо есть. Я думал, это текст. РЛ, получается, не доиграл. Я думал, это типа, знаешь, не заанонсил. В морозы просто кто-то со стола рыбу опрокинул, я думал, ну, ебано. Вставайте. Я просто не вижу вот это рейт-анонс, что типа поставил рыбу. ПС. Я почти забыл про это. Я почти напомнил. Он уже мыслями на ханте. Кому нахрен ханте? Кстати, на нем так мобов тяжело убивать. Вообще не нравится. Схуяли. Не знаю, мне на тротике нормально. Да не, не то что типа тяжело, но мне именно, знаешь, нет. Я забыл, на ком. На ком он. Глю. Не забыл посмотреть на комнате, две штуки горят. Сейчас мне еще хоть какие-то чилы голову ломают. Хотя трапы есть, там ловушки Джокера. Да, у меня два ретрика бежит 63-го левела, сори. А на ком ты спра убежишь от двух ретриков 63-го уровня? А, Гера еще 4 минуты. Встаньте в упор в стену. Посткинь, Гера. Укните стену. Дай Геру. 4 минуты. Дай Геру. А, для тех, которые не ели рыбу. Именно так. Для еродов. Так а чё, Релла не слушает. Вот мне сказали, поешь рыбу, я поел. Всё. Гера тоже скинул тебя просто так. А, шоколад заслакал, Геру нам не дал, понятно. Не у нее, не я, что не дал Геру. Мы сыграем в школу. Да, кстати, не доиграл. Сын бледухи. О, ПР, да, ему? До срока. А там, кстати, вот там походу босс развернулся. Озерона, мне еще чуть-чуть дал Ешки на ханте, я начну жить. Яша через 4 минуты еще раз дам Геру. Ой-ой-ой. Походу, не только мне ты дашь. Ну сейчас доживем.
чтоб пизду. Какой ты декультурный. Так я в муте, что хочу, ты говорю. Так кто сказал, что ты в муте? Знаю, ты меня игнорировал, я думал, ты меня замутил. Не, я тебя игнорировал, потому что... Потому что потому что должен был замутить. Mm. Только по такой логике можно игнорировать. Не, сори, я не клоун мутит людей. Жалко, у Ревода нету, блядь. Как же хан трахает, боже. Пиздец, пришла облива, чуть не вайпнул у нас. Пять. Там точечный удар по хаку был за дело некоторых. Кстати, Курил, вот Курил просил какому-то твин его хэпалу зайти типа на пару боссов. Да нахуй. Наверное, никогда не возьму. Чё? Даже если у меня будет слот хэпалы, я позову любого хэпала, кроме него. Можем просто. А да. Что за Кирилл вот это? Нехороший человек. Не, это что-то знакомое, но я не помню точно, кто это. Просто гильдия. Да. Это в меньшей степени гадость ебаная, которая прежде чем ливнуть нахуй с ласт босса, берет дает Геру. Это мини. А, я вспомнил. Это в ЦЛК, когда мы ходили, да? Ну, я после этого с ним вообще не собираюсь контактировать. По какому-либо виде. Я у него подсмотрю эту фишечку, тоже буду так делать. Абуз хороший, кстати. Абуз остаться без статика. Там еще Бентли просился. Куда, второй гер? Угу. Блять, нашел время, когда залетать. Угу, я ему сказал, типа, этот. Ну ты, короче, эти... Токены долгонок не лутаешь, он такой, ну мне больше ничего не надо. Прикольно придумали, кстати. А ему уже токены разве надо? Ну, как он сказал, да. А, может, на Лестера? Да, какой Лестер? Он же вроде уже полутал 25. Не, не, 25 он не лутал. Мне краски снял. Хуёвый. У него не освещенный еще первое. Причем тут освещенные и не освещенные токены, блядь, точнее. Ой, ну токены, в смысле, да. У него не апнуты есть. Два первого. Ну он вроде вообще их не лутал, типа. Бля, на элемчике Кару Гер найти вообще делать нехуй. Угу. Найти нехуй делать, закрыть проблему. Потому что мы не готовы. Это от элемчика зависит. Вместо того, чтобы сидеть и спамить его там в ищу статик, могли бы собрать, кстати. Кольцо. Беда. Вставайте, чё? Ближе будет. Ну чё вы? Хак ушёл. Пойду на 3 минуточки будет. Покуда подойдёт. Всем похуй, Яша, пизду куда хочешь. На сыро. А у вас в 25-ке много народу на этот, на токен, типа. Ну, Грул Магик, первый статик, типа. У первого... Там, я не знаю, но я один точно буду лутать, если сегодня не возьму. Ну или по дешевке, типа, можно лутануть так же. Да не, ну, нет, токен там тысяч за 8 будут за 9, за 10 уходить. Mm-hmm, даже в первом статике? Они везде так уходят. Mm-hmm. Нет, первого статика. Статика вообще как такового не существует. Че, у вас плюс-минус одни и те же ходят? Ну, еще всякие рандомные люди. А, плюс-минус. Ну, блядь, это 25 человек, ты не соберешь. ДПС урок. Легко. Это ты с
ты то берешь только где-нибудь на офе, там, где, блядь, серьезно. И здесь я беру. С этими, с как его, с рекламой, с хуйней совсем. Какой рекламой, в смысле? Что мне пришло? То я сейчас и пойду. Какие-то рандомные...